Сейчас опасная ситуация. Ворот Сокола и забивает Сокол. Достаточно буднично это получилось. Подача с левого фланга. И Микаэль Такян открывает счет матча. И опасная ситуация может быть у ворот Сокола. И забивает гол. 31 номер гостей. Денис Скворцов. Поактивнее Нижний Новгород во втором тайме, нежели в первом. В атаке Сокол. Направление Тахяна, и ошибается вратарь, и забивает мяч Артем Плотников.